Да. Так, ну и вторая майская игра. Майская в том смысле, что в мае ее раздают в PlayStation Plus. Конечно, полная просто, знаешь, помойка то, что делает Sony в этом месяце. Ну, давайте посмотрим. Я же даже здесь не будет русских субтитров, что-то у меня такое просто предчувствие. Ну, то, что просто в русскую, знаешь, швырнули то, что не жалко, блядь, раздать. По 300 рублей за игру, блядь. Как ни странно, мы уже в игре. Лево, вверх, вниз, вправо. В принципе, два джойстика отвечают за одно. R2 и не входит, это увеличивает. Крест не входит. Хер знает, как идти вперед. Вниз надо было опустить. R2. A lot of this isn't going to make sense to много. You. Ух, я сейчас по-русски смотреть прикольно. I'm just gonna start я просто beginning хочу начать с самого начала. С дома я жила тут до 11 лет. О, если я могу ходить, джойстиком. Хорошо. I lived here until I was 11. But I wasn't allowed into я жила тут до 11 room. Лет, но в половину комнат меня не пускали. Inside the mailbox were bills from 7 years ago. В почтовом ящике я нашла счета 7-летней давности с пометкой «Срочно». А может ты, блядь, их достанешь? Не, нихуя. Платины нету, а все ачивки легкие. Ну давайте посмотрим. Досмотрите заключительные титры до имени Иоганна. Завершите все истории. Сбейте все буквы имени Грегори Ованни. Пройти к дому обеими тропами. Гляньте дверные глазки в телескоп. Короче, я понял, а чего максимум можно получить, там, титры посмотреть. Я не была здесь со дня похорон моего брата. Inner will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Оставила мне вместе с завещанием ключ, но не сообщила, что именно он открыл. Maybe she thought I'd know. Or может, she она thought думала, the mystery would be enough я сама догадаюсь, или считала, что самой этой тайны хватит, чтобы я решила вернуться. А, сейчас, ребят, секунду. Что-то я тут вижу. Косячочек за мной получился, да? Опа! The truth is,
Even after I inherited the house, даже получив дом в наследство, я и не думала сюда возвращаться. But now I had questions about my family that only the house Теперь у меня было и вопросы о моей семье, и ответы знал только этот дом. The woods around the house have always been uncomfortably silent. В лесу вокруг дома всегда царила какая-то неуютная тишина. Она словно хотела что-то сказать, но никак не решалась. Вечер в хату. Никого. О, the house was exactly like I remembered it. Дом был точно таким, каким я его запомнила, и каким он мне снился. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Дом вызывал у меня тревожное ощущение. Теперь, когда мне уже 17. Я точно знаю, что придя сюда, меня точно кто-нибудь выебет. I hope the key might unlock the front door. Я надеялся, что это ключ от парадной двери, но не подошел. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Мне почудилось, будто дом ждет меня. Если я смотрю на пузо, вижу хуй. Ну ладно, дальше уже все. Два в парадной, один, как говорится, это. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. 11 лет пролезть в эту дверцу было намного легче. First time in years. Вперед, за. I felt like I was home. Я чувствовала чего-то там. Немытая посуда 20 лет. Nothing in the house looked abnormal. На вид совершенно обычный дом, но его просто слишком много. Like a smile with too many teeth. А будто улыбка разъевала мне, ну, как бы что-то там. After Milton disappeared. Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. В отместку Эдди просверлил дверные глазки. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Дверные глазки и запертые комнаты, куда нельзя входить. My grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. На протяжении 7 лет делил комнату со своим покойным братом Хуем. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. Я часто играла в комнате двоюродного. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Наверное, мама порой жалела, что не заперла ее. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Lewis рассказал мне о потайных ходах, но ему не верила. Ёбушки, воробушки, первый ключ подошел. Turns out,
My mom was really good at keeping как secrets. вы, моя мама умела хранить секреты. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Теперь настало время узнать, что же боялась моя мама. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. По рисункам на стене было ясно, что до меня здесь бывал мой брат Милтон. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. Сейчас, глядя со стороны, может показаться, что у меня был член. Чего, блять? But I had no idea what was behind that door. Ну я не знала, что за этой дверью. Хуяк пизды куку. Ахапка дров. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Я вообще понятия не имела, что к чему все это может привести. I grew up looking at Molly's room through the peephole. В детстве я часто заглядывала в мамки подъюбку. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind the painting. Впервые оказавшись внутри пизды, чего-чего-чего, будто, блядь, не успеваю читать. На столе лежит пизда. Нету пыли, нихуя. I got the sense Edie had spent a lot of time here. Я чувствовал, что Эдди проводила тут много дохуя времени. Еще до того, как мама заперла все двери. Ничего не происходит. Вижу шкаф. Иду к нему. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Была крошечная селедка, в ней миниатюрная хуёвка. Не успела прочитать, значит. Ищи, как говорится, ёб твою мать. Вот дневник нашел я. Дорогой дневник, меня скоро не станет, но я хочу рассказать кому, что произойдет. Все началось, когда мама отправила меня спать без ужина. 19 декабря 1947 года. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Эй, я проснулся очень голодный и начал искать, чтоб сожрать. В туалете еды нет. I ate a lot of things that night. Той ночью я сажал ягоды с подоконника. После я вернулся в кровать и лег спать. Нет. My Halloween candy was all gone. Конфет с Хэллоуина уже не осталось. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. Малышка, уже поздно, я ебусь с твоим отцом, не выходи. Then I heard chirping outside my window. Тут я услышала за окном чириканье. It was a barn swallow going back to her nest. Ёбаный в рот, снегири, нигири. And suddenly... И вдруг хуяк пизды упал я. Ничего.
Секундочку, смс-очка пришла. I tried to be quiet, but the bird was really Я scared. Я была осторожна, но птица очень меня испугала. Да ёбаный в рот, ты над пропастью прыгаешь, девочка, блядь. Раз я кошка, значит, я могу прилезть. За кошку играю. Ёбаный брат, я пришел, вернулся назад. Я кошка, блядь. Babies were all gone. Птицы давно улетели. Сука. Какого хуя я играю за кошку, блядь? 12 часов ночи, блядь. Час ночи. Thank you.
Я кот. Я прыгала, блять, прыгала. Хуяк припрыгала. I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Чё за там? I gobbled her up. Я съела её, нахуй. And suddenly, I was an owl. И вдруг стала совой, блядь. All I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. А потом я услышал, как в траве пускаются чьи-то юбки. Сова. Заяц, это моя добыча. А чё заяц? Очень хочу быть зайцем. Поймал зайца. I imagined his face looking up and seeing mine. Я смотрел на него и представлял, как он видит мои когти. And I didn't chew one bit. Я проглотил его целиком. И полетел искать добычу побольше. Большая зайчиха. С первого раза, нахер. Я едва подняла ее. Started choking, but I couldn't stop eating. Давилась и все равно не могла остановиться. And suddenly, I was a shark. И вдруг я стала акулой. Блядь, акулой в лесу. Деланный. Вот майские раздачи. I rolled off a cliff and into the ocean. Я скатилась с обрыва и упала в море. I wanted fat, juicy seals. Я хотела толстого тюленя. Я откусила его плотик, но он был... И он был очень вкусный. Как ты, блядь, в акулу превратил? Я был кошкой, был совой.
уходит. Что-то произошло, когда я хорошил, все изменилось. Я змея, блин. Now I was a monster and I smelled people everywhere. Теперь я хотела чудище и хуярила до ней. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. I got closer and closer. Я была уже близко. Ебать, я только сейчас вспомнил, что я девочка, которая в комнате ищет. All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure he would have. Я сова, я акула, я свинья. I can't describe it, but
I felt like some part of Molly was still here. Короче, я спать в пизду. Ладно, из комнаты я выйду. Там. Где? Хуй там. Здесь. Хуй там. Чё делать-то? А, во. Надо до кого-то там досмотреть, а чего получу. Единственное в этой игре. Есть такой чувак, Приор. Есть такой чувак, Дэн Вальва. Стив Грин и также Джефф. Питер Скотира. Молли Ади. Шел я спать, нахуй, ебало в рот. Ебать, ну что ножом? Заново, блядь. Ладно, короче, пока ачивки будут крутиться, я немножко посплю.